слушаю. Проверь свой банковский счет. А что такое? Тебе должны были поступить деньги. Там как раз хватит на закрытие всех долгов. А с чего такая щедрость? Ты же мне говорила самой разбираться. Ну, это бартер. Я тебе даю деньги, а ты исчезаешь из моей жизни. Вот так, значит. Короче, из-за угроз бывшей свекрови я решила улететь за границу. Самолет завтра. А ты не боишься, что они со мной что-то могут сделать? Разбирайся сама. Да и какой смысл ей вредить своей сообщнице? Вы же вместе эту кашу заварили. Я тебя услышала. Ладно, ты там прости меня за все и удачи в новой жизни. Мам, поздно ты раскаиваешься. Да и звучит не особо искренне.